Мастер спорта России по бильярду Алексей Григорьев осваивает паралимпийский вид спорта и готовится к чемпионату России, который пройдет с 20 по 24 мая в Смоленске. Победитель всероссийского турнира, призер и участник чемпионатов России, мира и Европы пробуют свои силы в толкании ядра сидя. Эту дисциплину с прошлого года включили в программу республиканской спартакиады среди инвалидов. Спортсменов тренирует Василий Аленов. Под его руководством занимается 4 спортсмена. На стадионе тренировки начались с прошлой недели. Вот сейчас уже второй раз на улицу вышли. Ну, вот ко мне тренер подошел и спросил, будем тренироваться или нет. Ну, я сказал, да, конечно, будем тренироваться. Попробуй. Вот, пробуем, тренируемся пока. Да, мышцы развиваю. Еще взрывную силу надо развивать и все. Будет хорошо, наверное, получится.